снег уже зачерствел, и солнце уже встало, и гости разошлись, и нервная усталость, и мы снова одни, и то, что нам осталось, посмотри. Немного смерти, и много любви, немного смерти. И мы снова одни, и то, что нам осталось, посмотри. Немного смерти, и немного любви, немного смерти, и немного любви. Ой, как тяжело, и надо идти за огненной водой. Сегодня, в частности, Михаил у нас как раз причастен и одел сегодня робу неспроста, поверьте. И, конечно, сегодня здесь, с таким прекрасным видом на Дельту Неве, на Финский залив, на все эти корабли, портовые зоны, которые очень сложно увидеть в реальной жизни, даже если ты петербуржец. Так уж получилось, что нету у нас доступа и вида на все эти красоты, вот за исключением нескольких мест, которые здесь образовались в последние годы. Весьма романтично, мне кажется. И вот эта песня, которая прозвучит сейчас, и не случайно Михаил взял в руки саксофон, потому что эта песня называется «Коктейль из лунного света и вина». И что эту ночь ты готовила мне, и вот и
сижу на траве под своим окном, играю свое одиночество в рукаве. Начну, пожалуй, на то, не успею потом, когда, как всегда, до слез захочу к тебе пить коктейль из лунного света и вина. Следующую песню играть на новом инструменте. Это... Проверим, насколько его хватит, да? Да. Я хотел бы пригласить на сцену нашего специального гостя, дамы и господа, мистер Владимир Петляр и его Tenenbaum. А песня с альбома 2007 года «С весенних обострений», она называется «Время, которое нужно убить». Поезд, солнце, воздух и цветы.
лишних жизней. Роза в мусорном ведре, да, кусок в стакане рома, сигарета в тишине. Приду я в лужи, не обходя, но не в ботинках, чапках, в байку. Я вспоминаю тебя. Зелень неба, ты так часто рыдаешь, ведь солнце с другой стороны у тебя. И солнце с одной и с другой у тебя, я. Значит, ты все-таки любишь меня. Зелень неба, скорый полез, солнце, воздух и цветы. На тебе пик высоток города, мы дурацкие мечты. Катастрофа личных жизней, роза в мусорном ведре, да, кусок стакана рома, сигарета в тишине. Очки гальмазируют капли тумана, и сердце набито тоской. Я буду спокоен, грубо гармония, довольствуясь пустотой. Что мне осталось? Немного печали, ночи, которые нужно забыть. Деньги, которые можно потратить, тебе, которые нужно. Сегодняшнего концерта, где будут сыграть песню. Что-то в ней есть такое от выпускного вечера в школе, мне кажется. Сложно сказать, некий какой-то странная смесь ощущений, но самое главное, мне кажется, что эта песня о любви, о которой сейчас редко пишут песни, я имею в виду песни о платонической любви. И вот это песня весьма невинная, ну, по крайней мере, у нее очень невинное название. Она называется «Поваляемся». Молодец в окно.
работу. Не хочется ничего. Ты давай, открывай же профиль. Я открою вино. Солнце упало, солнце зашло. Еще вся жизнь впереди, ничего. Еще вся жизнь впереди, ничего. Что ветер стихнет, но специально получилось так, что вроде здесь как заветрие, если кто-то там вдалеке мерзнет, то здесь, в этом шатре, как раз практически безветрие, и я думаю, что можно подойти, тем более, что мы хотим предложить вам спеть вместе с нами следующую песню, если у вас есть энергия, если у вас есть легкие, если у вас есть жесткий напор в легких, то может получиться очень даже бодро. Тем более, что песня весьма, ну как скажем, песня без подвоха. Песня, в некотором смысле, это даже заклинание на счастье. По крайней мере, оно так и называется. Счастье есть! И этот рефрен, я надеюсь, мы споем с вами вместе. Ну, по принципу вопроса-ответа, или, может быть, как сказать, запевалы и хора. Попробуем? Кому-то холодец. Не родись красивой, говорила мать. Жизнь несправедлива, надо ж понимать. Ведь счастье есть! Счастье есть! Счастье есть! Счастье есть! Счастье есть! Я верю, надо долго Счастье есть! Счастье есть! Счастье есть! Счастье есть! Я верю, надо долго ждать. Если в жизни этой всегда кошмаром все, следующей возможной жизни будет тебе. Сегодня обокрали, завтра не забьют. Завтра бывает, а все вокруг поют. Что счастье есть? Счастье есть! Счастье есть! Счастье есть!
Чтоб в ноябрьском тумане твоего
Спасибо, друзья. Для петербуржцев, может быть, для гостей города тоже является секретом то, что Billy's Band — это группа родом из Купчино. И, в общем-то, я бы не сказал, что это что-то особенное. Мне кажется, у нас в районе все группы так или иначе играют такую музыку, ну, плюс-минус там чуть-чуть. И многие авторы как раз получили распространение своим творчеством из-за того, что очень носит описательный характер. Описывается природа, дворы, вот эта атмосфера непередаваемая купчинская, благодаря которой сейчас, конечно, как поток туристов в Купчино увеличился просто в разы. В частности, в первом квартале этого лета количество туристов в Купчино уже перевалило за 1 000 000. Знаете, по поводу Купчино много ходит разных легенд, одна из которых даже является скорее таким наблюдением, фольклором, народным, тезисом о том, что заезжаешь в Купчино на часок, а остаешься несколько лет. Странно все это, конечно. Я лично подозреваю, что именно в Купчино, где-то там находится геомагнитный разлом, создавая такую возможную геомагнитную аномалию, но в хорошем смысле слова, по крайней мере, судя по тем выходцам из Купчино, которых мы знаем на сегодняшний день. Ну, я не буду перечислять всех, но поверьте, там есть серьезные ребята. Вот. И эта песня, это как раз такая типичная, я бы сказал, даже фольклорная, среднестатистическая песня группы из, в общем, Фрунзенского района. Она называется «Так я падал». Дорогие на газ.
окно, распрощавшись навсегда со своим пиджаком, ты кричишь кукареку.
Спасибо. Деревня морского флота, море, Финский залив, город-порт, город над вольной Невой, морская держава. За тех, кто в море. Спасибо, друзья. Вот такая версия.
У нас сейчас еще одна песня, которая относительно новая для нас. Может быть, мы в третий раз ее хотим попробовать сыграть. Песня очень непростая при всей своей видимой простоте, поверьте мне. Ее написала Женя Глюк, и она называется «Чай, чай, чай». Лучше сыграть балладу или бодрую танцевальную? Как? Бодрую, да? Окей, mm-hmm. Окей. Ну что ж, пусть это будет... Да, я видел сегодня пару-тройку гостей из дальнего зарубежья. Может быть, для того, чтобы как-то уважить День военно-морского флота, чтобы они действительно поняли, что это интернациональный праздник. День военно-морского флота России, это же интернациональный праздник. Я смотрел кучу видео в Инстаграм сегодня, как в Канаде, в Израиле, везде празднуют. В этой связи мы тогда сыграем песню на международном языке. Не буду говорить, что это, в общем, песня, которую мы обычно играем в рамках федеральной программы импортозамещения. Сегодня приурочим его к международному празднованию Дню военно-морского флота России. Это будет песня одного нашего американского партнера,
весьма уважаемого джентльмена и очень известного в узких кругах музыканта, поэта, художника, моряка, рыболова, танцора, композитора, автора текстов. Да вообще, на самом деле, просто хорошего человека, судя по его инстаграму, которого у него, правда, пока еще нет. По количеству фейковых инстаграм человек хороший. Да, это будет песня из фильма, и пусть она звучит. Мистер Владимир Китляр снова с нами. Я совсем забыл, что Владимир, он даже хлеще, чем я. Он купчинец в девятом колене, в девятом. И поэтому сегодня мы хотели сыграть одну песню, которую почему-то мы не играли уже, мне кажется, года полтора. И сейчас, мне кажется, можно было бы ее вспомнить. Нашу с тобой, Володь, да? Она называется... Купчина, столица мира. На самом первом видео магнитофон.
столица мира. Посмотри, как здесь красиво. И как лунатик покидает дом, она придет во сне над песней по карнизу. Как ангел без бровей, как Мона Лиза, в пивной углу отвара справа за столом. Она мечта, она судьба, но не моя. И ждет всю жизнь кого-нибудь другого. Хотя она у всей округи на расхват, а мой удел шататься до восхода. Кучина, ты край земли. Кучина, Кучина, столица мира. Посмотри, как здесь красиво. Рассчитываем на вашу поддержку. Свободно, практически.
Я пойду один пешком встречать рассвет. Может, завтра снова позвоню опять. Ведь там можно гулять, круг отсюда ждать. И завтра ты свободна практически. Позри меня на скамеечке. Давай сегодня оторвемся практически. Я не ждал тебя перед домом себя на скамеечке. Вероятно, даже где-то благодарен я. Вот приехал, здравствуй, моя девочка. Спасибо, спасибо, друзья, за поддержку. Снова с нами Владимир Китлер. Не секрет, Володя, а что ты все время туда уходишь? Что ты там делаешь? Пусть это останется вариантом для размышлений. И, может быть, если вы ищете повода для какого-то фидбэка, то пусть это будет вопросом нашего сегодняшнего концерта. Почему Владимир все время куда-то уходит? Автор лучшего ответа у нас на сайте получит билет на следующий концерт на крыше. Кстати, который состоится уже 26 августа. Понедельник, но зато на крыше. На крыше хай-хат, это на Петроградке. Если что, приходите. Будете в городе, будете не работать. Хотя вечером никакой работы нет обычно. Обычно это отмазки, что я ушел на дежурство или на сутки. Особенно у нас вечером работы нет. Сыграю песню для всех влюбленных. Точнее, для всех, кто был влюблен, но потом что-то пошло не так. И чтобы они не грустили, эта песня называется «Давай-ка выпей вина». Свечи зря и шампанское на дне. Мы разделим пополам. Елки выброшены в снег, Санта-Клаусы пьяны, все закрыты на обед. Мне дожить бы до весны.
скажешь мне, а я отвечу. Давай-ка выпей вина, 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 ведь ты осталась одна, совсем одна. Но ты же знаешь, что я все равно люблю тебя. Остается путь один сквозь открытое окно. И тут ты вспомнишь слова. Давай-ка выпей вина, 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 ведь ты осталась одна, совсем одна. Ты же знаешь, что я все равно люблю тебя. Наш специальный гость сегодня. А сейчас, дамы и господа, немножко блюза. Такого, каким я представлял себе блюз, когда был совсем еще мальчишкой. Мне казалось, что настоящий блюз должен звучать так. Я не боюсь, я не боюсь.
башня мягкая, придумана яркая, и в лихорадке я щепки разбитого хочешь спасти меня. Страшно, что часто бывает такая ситуация, что так играешь, ну как бы стараешься изо всех сил. Ну, подходит какая-нибудь влюбленная пара, говорит, ребята, отлично, просто супер, классно играете, но нет у вас что-нибудь, ну, пободрее. Кстати говоря, есть. А прежде я хотел сказать, что пригласить вас в наш бродячий магазинчик, в котором есть виниловые пластинки. Всякий свэг, открытки, петербургские открытки разных лет со вставленными в них компакт-дисками, значки. А свэг это что? Свэг! Это что? Свэг это то, что обычно на фестивалях дают бесплатно, но мы продаем. Ну а теперь... Значки, Михаил подчеркивает, непростые. Они заговоренные. Но все на разное. Поэтому тут уж кому как повезет, извините. Но опять же, нам интересно было услышать фидбэк, что-нибудь из серии. Вот купил у вас на крыше значок, проходил в нем неделю, и уже могу сообщить, что произошли некоторые изменения в жизни. И вот какие, это мы и должны будем вычислить, составим таблицу и поймем, какие заговоры лучше приживаются к значкам, какие не очень клеятся. Вот. Ну а сейчас песня, которая изначально задумывалась как такой немножко, ну, как бы татаро-монгольский танец, такой
такой вот специальный мандолей играется. Но потом стала называться песней, которая называется «А распимся в гробах!» Песни, как «Отоспимся в гробах», и поступает вопрос, а есть пободрее? Есть. Но это другой уровень, и он начинается как бы с нуля, но другой уровень, другая орбита. Вот эта песня, пусть она будет анонсом на следующую орбиту, на которую мы приглашаем вас сегодня, и, впрочем, навсегда. Это будет песня, которая получилась странной, может быть, не совсем
ясны ее мотивы и поводы. Потому что, во-первых, она получилась от женского лица, что, в общем-то, странно в таком коллективе, как Billy's Band. Здесь у нас вроде все как бы ребята. Не знаю. Дело в том, что песня была написана в бессознательном состоянии. И писалась она несколько лет. В основном где-то на грани бодрствования и сна. Очень сложно, даже ретроспективно она не поддается явному однозначному трактованию, а тем более анализу. Она такая есть, как она есть. И, в общем, единственное, хотелось добавить, это медленная песня, такой внутренний, как бы, медляк, латентный, возможно, как пружина, которая медленно сжимается для того, чтобы когда-нибудь потом на следующей орбите реализоваться, возможно. Но сегодня, в день военно-морского флота, мне не хотелось бы говорить лишних туманных и путанных слов. Я буду краток. Скажу лишь, что эта песня называется «Где спит твое сердце». Вот и кончились зимние вьюги, отзвенели котели, запах земли и привкус талой любви. Я прочитала все твои письма, которых ты даже не помнишь, в серые утра. Слепые дни. Скажи мне, где спит твое сердце этой весенней ночью, и когда оно вернется домой. Может быть, что все это глупо, по-детски и несерьезно. Скажи мне, с кем
Ну что ж, друзья, как у вас со временем сегодня вечером, ночью? Тогда приглашаю всех на автопати в Jazz Bar The Head, в наш джазовый бар на Белинского 9. Приходите. Ну чем бы закончить-то? Ага, ну что ж, для всех тех, кто вдруг немножко расстроился из-за предыдущей песни, разрешите реванш. Пусть это будет, ну, что-то более, не знаю, ироничное, самое ироничное. Да, пусть это будет какая-нибудь история любви, а лучше даже три истории любви в одной песне, как говорится, три в одном. С тремя летальными исходами. И бесконечным, дамы и господа, бесконечным хэппи-эндом. Это важно. Итак, песня под названием «Кладбище девичьих сердец». Мне пели звезды, когда я выпал из твоих дверей. Я сяду в баре, я выпью рюмочку за упокой души твоей. Я сяду в баре, я выпью рюмочку за упокой души твоей. Машины смыли с бульваров утра, в кармане горсть твоих колец. Я выпью створника и расскажу ему про путь на кладбище девичьих сердец. Мы выпьем створника, нам будет весело вдвоем на кладбище девичьих сердец. Ходил, смотрел на то, как весело твой дом горел. Ешь потом с пожарными, кутил всю ночь за то, что не смогли тебе помочь. Yeah.
Большое спасибо, друзья. Ну что-нибудь еще, наверное. Ну что-нибудь такое, чтобы мы могли это сделать вместе с вами. Хорошенько спеть. Пусть это будет песня, которая называется «Муз-Зандера». 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 Это имя и фамилия одного моего однокурсника из Сомали. Они там, знаете, очень худые все, как бы конституционально. Но после первого года обучения в педиатрическом институте этот человек стал худее в два раза. Итак, появилась песня, которая называется «Муз Зандена». Я очень надеюсь на вашу поддержку, что мы споем ее вместе. А петь ее очень просто, надо спеть. Вернулся домой, упал на землю, бамбуком накрылся простынёй. Бредил в лихорадке, забыл, как его звать. Только песчаная буря продолжала набивать. Oh,
Спасибо, друзья, спасибо. Да, обязательно подпишем все диски, виниловые пластинки, футболки с радостью. Через 15 минут делаем по этому фасаду. Ждем вас. Спасибо. Дамы и господа, ваши мысли любимые. One, two. Ho. Где вы, не были мы, а по-прежнему неизменно уверены в том, что нас ждет с нетерпением и нежностью. Наша пристань, родительский дом, родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал, родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах. Поклонись до земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы пред ними в долгу неоплаченном. Помни свято об этом всю жизнь. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет. Добрый свет.